Сильный фол. И после этого фола розыгрыши. Мяч доходит до штрафной. Хотя мне показалось, что это не фол. Так таковой. Коломейцев. Удар поворотом. Габу. Гол! Гол! Вот это да! Давненько ничего подобного я не видел. Владимир Габулов пропускает мяч словно сквозь себя. Это вообще немыслимо для вратаря такого уровня. Просто в руки ему летел мяч. Хорош, видимо, был удар Коломейцева. Как говорят футболисты, хороший удар даром не проходит. Это мяч необычно вращался, видимо, попал в кулаки и скользнул от них в ворота. 2-0 впереди Амкар. Ну, давайте смотреть еще раз. Коломейцев, да, сейчас он будет бить с вращением, безусловно. И мощно, и не очень приятно, но вот в чем дело. Были бы это кулаки, никуда бы он не скакнул. Габулов решил мяч ловить. А ладони недостаточно упруги. 2-0. Александр Коломейцев.